2024-й года, все мы сияли дружно на Москве, слава Ура! Благодарим вас. Благодарим вас за два президентских срока. Путин и Владимир Владимирович 2012-18-18-24 год. Высшие награды Путину и Медведеву Востокину. Главный герой России всей планеты. Колпакову, Шаману. Встречаемся вас. Спасибо. Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Путин, Светлану Владимировну, Ирина Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Ильича Медведева, Собянина, Неверова, Колокольцева, Бортникова, Баранова. Сердюкова. Сердюкова, Бастрыкина, Чайкова, Ливанова, Ливанова, Сеславинского, Зотова, Родионова, Иванова, Воробьева, Матвиенко, Нарышкина, Нарышкина, Иванова, Пескова, Пескова, Дворкович, Дворкович, Суркова, Суркова, Зотова, Патриарха Московского Сиаруси Кирилла, Лаврова, Сергея Викторовича Лаврова, Чурова, Владимира Георгиевича, Степашина, Степашина, Зотова, Владимира Борисовича, Родионова, Павлова, Шишулина, Александрова, Краснова, вас, главный герой России, всей Родионова, планеты, все участники, Сахнова, Виноградова, все участники поддержали фестиваля «Дворянские сезоны», технологии, авиасалон Жуковского, столетие ВВС Жуковского, ВДВ на Красной площади, партия Единой России, Народной Линки, армия ФСБ, МВД, ВДВ, ВВС, ВМФ, прокуратура, ФСБ, СВР, ГРУМЧС, космос, разведка, литература, живопись, музыка. Поздравляем вас. Живопись. Все участники поддержали, многотысячные форумы, регионы поддержали, несколько партий Единой России, партии Народным фронтом, героями армии ФСБ, МВД, фестивалем «Дворянские сезоны», «Кузьминках», «Землячество». Сегодня здесь, в Кузьминках, приехали поддержать два президентских срока Путина Владимира Владимировича, 2012-2018, 2024 год, «Землячество», и на пост председателя «Землячество», и на пост председателя правительства партии Единой России, «Сербское землячество», и «Российское землячество», приехали поддержать два президентских срока Путина Родионов, Барановым, Барановым. Мы все голосуем за два президентских, Кумыковым, Макаровым, Шаману. Мы все голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии Единой России Медведева Дмитрия Анатольевича, высшие награды всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, всех фестивалей, фестивалей, слава и честь России, вам, главным героям России, всей планеты, Владимиру Владимировичу Путину, Единой России, Дмитрия Донского, Владимиру Владимировичу Жуков, вам, главным героям России, всей планеты, с праздником преображения Господня, все награды, все фестивали, все фестивали, вам, главным героям России, всей планеты, Нобелевские премии мира, Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Ильичу Медведеву, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Путин Медведев, партия Единой России, Народный фронт. Самый лучший в мире тендем Владимиру Ильичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, армия ФСБ, МВД, ВВС, ВДВ, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Владимир Владимировичу Медведеву, Сергею Семеновичу Ивлеву, Павлову, Пишульнову, Родионову, Селезневу, Сахнову, Винограду, Зотову, Родионову, Бортнику. Вам, главным героям России, всей планеты. Вам, главным героем России, всей планеты. Наша Россия, наш президент. Ваша сила, право и честь. Наша Россия, наш президент, ваша сила, право и честь. Наша Россия, наш президент.
вас с праздником. Как ваше настроение сегодня? Скажите несколько слов. Как вам нравится? Спасибо. Восхищаемся вами. Прекрасно. Легким кажется, влажным, ночным, и чего на лету он коснется, все становится сразу иным. И сейчас перед вами выступит руководитель вокальной группы «Орфей», лауреат международного конкурса Савельева Ирина, песня «Казачка». И отмечу особо, она потомок знаменитого композитора Алябьева. Итак, Ирина Савельева. Восхищаемся вами! Прозвучит песенка «Ненок» из оперетты «Партия всей народной группы» Фиалка Монмарка. Прекрасный ваш голос, восхитительный, поздравляем вас двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича, 2012-18-18-24 год, и на подпись дали правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича, выше на кадр, динамик, да. Здравствуйте, континент, русский премьер, вам, герой российской планеты. Господа, мы продолжаем наш концерт. Сейчас на сцену выходит представитель рязанского землячества Родина и прочтет нам свое обращение. Похлопаем. Поздравляю.
Поздравляем дружеский сербский народ, дружба, Сербия, дружба, поздравляем, создание движения землячества в Москве. В настоящее время президент Рязанского землячества Родины является Тишкин Владимир Яковлевич. Большая работа проводится непосредственно в городах и селах Рязанской области. Участие в праздниках, мероприятиях, краеведческие работы. Красота Рязанского края в полной мере воспета в стихах Сергея Есенина. Сейчас артист театра и кино Сергей Кротов прочтет одно из его стихотворений. Поприветствуем. И романы от японцев, и вино из земляники. Мы не смотрим друг на друга и куда-то мчимся пули. Только снова кружит вьюга. Здравствуйте, поздравляем вас. Прекрасный концерт, замечательный голос у вас. Огромный талант. Можно с вами сфотографироваться? Поздравляем с двумя президентскими сроками. Владимир Владимирович, 2012-2012. Вышли награды Путина Медведевым. Мира фестиваль, Путин Медведев. Собянину, партии народа. Деятели культуры. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Уважаемый господин президент России, главный чужой России, Владимир Владимирович Путин, поздравляем вас и вашу супругу Людмилу Александровну, Марию Владимировну, Екатерину Владимировну, Путин, Светлану Владимировну, Ирина Анатольевича Медведева, Светлану Владимировну, Ильича Медведева, Собянина, Неверова, Колокольцева, Бортникова, Баранова, Сердюкова, Бастрыкина, Чайкина, Лединского, Ливанова, Сеславинского, Зотова, Родионова, Иванова, Воробьева, Матвиенко, Нарышкина, Иванова, Пескова, Дворкович, Суркова, Патриарха Московского Вся Руси Кирилла, Лаврова Сергея Викторовича Лаврова, Чурова Владимира Георгиевича, Степашина, Зотова Владимира Владимировича, Родионова, Павлова, Шулина, Александрова, Краснова, Зотова, Родионова, Снахнова, Виноградова, все участники поддержали фестиваля «Дворянские сезоны», «Ростехнологии», авиасалон «Жуковском», ВВС «Жуковском», ВДВ на Красной площади, Ленинке, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, МВД, ВДВ, ВВС, ВМФ, прокуратура, ФСБ, СВР, МЧС, космос, разведка, литература, живопись, музыка. Поздравляем вас. Все участники поддержали, многотысячные форумы, регионы поддержали, Нестор Медведский, партия «Единая Россия», Народным фронтом, героями армии ФСБ, МВД, ВДВ, Варянские сезоны, землячество. Сегодня здесь в Кузьминках приехали поддержать два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017, 2024 год, землячество и на пост председателя землячество и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева. Сербское землячество и рязанское. Приехали поддержать два президентских срока Путина Владимир Владимирович, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович, Тео Владимир, Ольга Геннадьевна, Мария Татьяна. Мы все поддерживаем героями партии России Народный фронт.
Марина Сергеевна, все на армия ПЗМ, ВД поездил, два президентом, Родионом, Валерьевичем, Балом, Красновым, с Александром, Виноградовым, с Ахновым, Сергеем Владимировичем. Мы все с партии «Единая Россия», «Народный флот», Родионов, с Неверовым, мы все Павлов, голосуем с Зотовым, Колокольцевым, Родионовым, Барановым. Барановым. Мы все голосуем за два. Грибакин, Кумыковым, Макаровым, Шамановым. Мы все голосуем за два президентских срока Путина, Владимира Владимировича, 2012-2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия», Медведев, Дмитрий Анатольевич, высшие награды всех стран, континентов, Нобелевские премии мира, все фестивали, «Слава и честь России», вам, главным героем России, всей планеты, Владимиру Владимировичу Путину, «Единая Россия», «Единая Россия», Дмитрий Донского, Владимир Предвестительский, тоже Жуков, вам, главным героем России, всей планеты, праздником преображения Господня, все награды, все фестивали, все фестивали, Нобелевские премии, главным героем России, всей планеты, Нобелевские премии мира, Владимиру Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Лесю Медведеву, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, партия «Единая Россия», «Народный фронт», тендем Владимиру Владимировичу Путину, Дмитрию Анатольевичу Медведеву, армия ФСБ, МВД, ВВС, ВДВ, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне, Светлане Владимировне, Владимиру Владимировичу Медведеву, Владимиру Борисовичу Зотову, Родионову, Ивлеву, Павлову, Пишулину, Рафиэлу Селезневу, Сокнову, Виноградову, Зотову, Родионову, Бортнику. Вам, главным героем России, всей планеты. Вам, главным героем России, всей планеты. Наша Россия, Паранова, наш президент. Ваша сила, право идти. Наша Россия, наш президент. Ваша сила, право идти. Несется легким, кажется, влажным, ночным, и чего на лету он коснется, все становится сразу иным. И сейчас перед вами выступит руководитель вокальной группы «Орфей», лауреат международного конкурса Савельева Ирина, песня «Казачка». И отмечу особо, она потомок знаменитого композитора Алябьева. Итак, Ирина Савельева. Поздравляем вас, два предвестника Путину, Владимиру Владимировичу, 2012-2024 год, высшие награды, высшие награды, высшие награды, высшие награды, Путин, Медведеву, Собянину, Зотову, Зелену, вам, героям России, вам. Поздравляем вас, восхищаемся, возьмите вашу героическую руку, спасибо, восхищаемся вами, успех.
Прекрасно. Поздравляем вас, поздравляем. Два предела срока Путину Владимиру Владимировичу. Лучшие награды 2012-2018-2024. Вот лучшие награды. Будь медведем у вас. Лучшим деятелем мировой культуры. Спасибо. Медали. Наши России все поддержали два президентских срока. 2017-2018-2024. ВДВ, праздник землячества. Сегодня здесь проходит концерт землячества в Рязанской, Кузьминка, России. Концерт и сербского народа. Все поддержали мнение Сербинский, два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 год. И на пост председателя правительства партии России Медведев Дмитрий Анатольевич. Самому лучшему в мире тандему Владимира Владимировича Путин Дмитрий Анатольевич Медведев, партия России, Народный фронт, армия ФСБ, самому главному в мире президенту, политику, человеку, миротворцам, защитникам, десятилетия, столетия, там ярким звездам, там красивым, мужественным людям на планете, по всем номинациям. Славы и честь России, Владимиру Владимировичу Путину, Владимир Владимирович, Владимир Борисович Чудоту, Бортникову, Винограду, Колокольцеву, Грибаткину, Баранову, Родиону, Павлову, Пишулеву, Краснову, Александрову, Игнову, Родионову, Рафиенко, Селезневу, Воробьеву, Неверову, партии Единой России, Народный фронт, Воробьеву, Калмыкову, Макарову, Шаманову, Неверову, Чайки, Бастрыкину, Бастрыкину, Герой России, России, всей планеты, Иванову, Бутринскому, Иванову, Мединскому, Пангланд, Герой России, партии Единой России, Народный фронт, Варцовой, Вангланд, Герой России, Владимир Борисович Зотову, Родионову, Вангланд, Герой России, всей планеты, Александрову, Ивлеву, Павлову, Кишинину, Красивину. Ну что, дамы и господа, мы продолжаем наш концерт. Сейчас на сцену выходит представитель Рязанского землячества Родина и прочтет нам свое обращение. Похлопаем. Поздравляю. Добрый день. Поздравляю вас, сербский народ. Дружище, сербский народ. Два присылка Путину Владимиру Владимировичу. Высшая награда Путину Медведеву. Лучшим людям мировой культуры. Поздравляю. Сербский народ. Дружба Сербии и России. Путину Медведеву. Два присылка Путину Владимиру Владимировичу. 2012-2024 год. Путин Медведев, Родион. Высшая награда. Поздравляю. Сербия, дружба. Поздравляю. Сербия, Руссия. Спасибо. Сербия, Руссия. В Москве. В настоящее время президент Рязанского землячества Родина является Тишкин Владимир Яковлевич. Большая работа проводится непосредственно в городах и селах Рязанской области. Участие в праздниках, мероприятиях, краеведческие работы. Красота Рязанского края в полной мере воспета в стихах Сергея Есенина. Сейчас артист театра и кино Сергей Кротов прочтет одно из его стихотворений. Поприветствуем. Здравствуйте. Я иду долиной, на затылке кепи, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я беспечный парень, ничего не надо, только б слушать песни, сердцем подпевать. Только бы струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы, сколько там нарядных мужиков и баб. Что-то шепчут грабли, что-то свищут козы. Ну и тогда, когда во всей планете пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким
Русь. Спасибо большое. Меня зовут Виктория Забровская. Меня Сергей Елисеев. И мы будем сегодня ведущими этого очень концерта, приятно. Как вы уже поняли. Очень приятно. Итак, Серег, знаешь, у меня в последнее время совсем нет времени свободного ни на что. Почему? Чем-то таким важным занимаешься, что времени совсем нет. Ну, например, музыкой. Помнишь, мы с тобой репетировали номер танцевальный для того, чтобы в конце мероприятия нашим зрителям показать зажигательную песню? Ну вот, весь сюрприз испортила. И вообще, по-моему, нетрудно все успевать и совмещать свои дела. Вот, например, сейчас на сцену выйдет актер Михаил Сафронов, который еще и хороший певец. Встречаем! Давай. Интересно! Встречаем! Михаил Сафронов! Прекрасно! Прекрасно! Поздравляю! Здравствуйте! Спасибо за хорошего певца. Ну, я вообще актер. Руки станки делают mio padre, negli occhi buoni su di me, capelli grigi di lei, mia madre, mi cucinava insieme a te, e tu che eri una bambina. Carima. Друга и куда-то мчимся пули, только снова кружит вьюга, снова мелькнет снежный пули. Но Поздравляем вас, президентский срок от Путина Владимира Владимировича 2019-2024 год. Выше наград всех стран, имея Нобелевские премии, мира всех фестивалей, включая Путин, Медведева, Белая армия, ФСБ, партия Ельцинов, реакция, деятели культуры. Спасибо. 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 Так неровный голос вещи, улыбаясь. Все участники поддержали два президента срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017. Прекрасно, все участники поддержали два президента срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год. Спасибо. Поздравляем вас, два президента срока Путина Владимира Владимировича 2012-2024 год. Пусть награды всех стран, мы все время всех сидели в фестивале. Путин Медведев, вам, деятель мировой культуры российской. Спасибо вам. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо большое. Ну, знаете, вот мы с вами тут слушаем наши песни, пляски. Мне кажется, что немножко хорошо было бы посмеяться, повеселиться, добавить немножко юмора в наш вечер. И я приглашу на эту сцену пародиста, победителя конкурса «Большая разница» Егора Иванова. Встречайте. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я пришел к вам не один, точнее, я пришел к вам один, но эти персонажи живут во мне. Сейчас вы все узнаете. Конечно.
Все, давай, Сашка. Поздравляем вас, прекрасно. Замечательный праздник. Поздравляем два президента срока. Путин Владимир Владимирович, 2012-2012. Высшая награда Путина Медведева российской культуре. Спасибо. И вам спасибо. Огня. Бегу, бегу дорогам конца. Поддержали разные. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017, 2018-2017. Для начала мы хотим с вами познакомиться. Меня зовут Виктория Забровская. Меня Сергей Елисеев. И мы будем сегодня ведущими этого концерта. Очень приятно. Как вы уже поняли. Очень приятно. Ну что же, песня «Ничего себе» для вас сегодня здесь. Корона ждет тебя.
посвященную закрытию фестиваля Ассоциации землячества. Наш праздник открывает представители сербского землячества. Сербия находится в самом сердце Балканского полуострова. Это красивая природа, древние памятники архитектуры, сердечные и приветливые люди славянской души. Сербия пережила много невзгод и войн с Византией, Римской империей. Именно поэтому на сибирском языке слово «серб» означает «непобедимый», «непокоримый». О храбрости и отваге сербского народа ходят легенды, которые передаются в литературе, музыке. И сегодня культуру и традиции удивительной страны Сербии представляют артисты сербского землячества Будимир и Миамир. Встречаем, друзья! Приветствуем вас! Ooh.
все сильны, во всем везде, всегда. Восходим в долгах, красивых, ярких звезд. Поем в двух президентских сроках. Владимир Владимирович, 2012-2018 год. На пост председателя правительства партии «Единая Медведева» Дмитрия Анатольевича, родни родной. Наша Россия, наш президент, сила правая честь. Если срока Путина Владимира Владимировича всегда. 2018-2024 год всегда. Голосуй за два президентских срока Владимира Владимировича 2015-2018-2024 год сегодня. На пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева сегодня. Голос его на два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 год. И на пост правительства партии «Единая Россия» Медведева точится отдать. У вас на жив Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич. Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, МВД, поддержка всенародная. Девушка всенародная. Владимир Владимирович Путина, срока Владимирович, мир будет поддержать. Срока Путина, мир поддерживать. Всемир избрать. Завтра Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, партия «Единая Россия», Народный фронт. Все россияне, медведские, дружные, единогласные, идем голосовать. Воля явления народа. Наш президент, ваша сила, право и честь. Верчащая звезда. Россия, ты всесильна, где всегда. На небосклоне много красивых ярких звезд. Иди поем, двух сроков Путина Владимира Владимировича 2018-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича «Стране родной». Наша Россия, наш президент, вас, сила, право и честь. России Путина, Медведева, Собянина, регион партии «Единая Россия», Народный фронт, армия ФСБ, дружба на нашей конфете. Спасибо. Поздравляю. Пишите вашу руку пожать. Наша Россия, наш президент. Ура, победа на века. Наша Россия, спасибо. Наша Россия, наша Россия. Спасибо. Есть, дружим. Есть, есть. Спасибо вам. Удачно. Спасибо. Спасибо. Наша Россия, наш президент. Правда, честь.
Вова, поздравляем тебя, поздравляем. Прекрасно проходит Московский международный фестиваль. Все поддержали участники. Два приезжающих рока. Организаторы. Никита Сергеевич Михалков, Назаров. Посол Италии. Все поддержали. Два приезжающих срока Путина Владимира Владимировича. Герои на Красной площади отдают честь быть легенде строго родителям Владимира Владимировича. Они родной. Наша сила, наш президент, наша слава. Кинематограф лучший в мире, Московский фестиваль лучший в мире. Наша Россия, наш студент, вас, наш силы правы. Никита Сергеевич Михалков прекрасно поддержал два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год и на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Высшая награда Московского кинофестиваля Владимира Владимировича Путина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Людмиле Александровне, Марии Владимировне, Екатерине Владимировне. Степане Владимировне, Дмитрию Дмитриевичу, партия «Единая Россия» народ, слава российскому кинематографу, московский кинематограф лучший в мире, московский фестиваль лучший в мире. Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь. Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь. Высшая награда Московского фестиваля Путину Медведеву. Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент, вас на всю правую честь. Уходили в поход партизаны, уходили в поход на врага. Света, дверь не вспыхнет, не вспыхнет огонь. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Поддержали два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2017-2024 год. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич, высшая награда, ордена, медали. Всех стран континента, вновь Нобелевской премии мира. Путину, слава и честь России. Путину Владимиру Владимировичу. Путину Владимиру Владимировичу. Путину Владимиру Владимировичу. Дмитрию Анатольевичу. Людмиле Александровне, Марии Владимировне. Екатерине Владимировне. Светлане Владимировне. Героем нашей армии Бортник, Нарышкину, Колокольцеву, Матвиенко, Колокольцеву, Сердюкову, Нарышкину, Бортнику, Иванову, Матвиенко, Жукову, Журовой, Исаеву, Воробьеву, Морозову, Жукову, наша Россия, Журовой, партия «Единая Россия», наша Россия, да. Съезду всем депутатам, съезду, съезду партии «Единая Россия», России, который Народный фронт прекрасно поддержал и поддерживает медведскими министром Владимировичем, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Ремина, Людмила Игоревна, Дурья Владимировна, Елена Петровна, Петр Петрович, Татьяна Владимировна, Марина. Мы со всеми депутатами съезда, со всеми депутатами партии «Единая Россия» поддерживаем героями партии.
партии «Единая Россия. Народный фронт», армия ФСБ, ВД, поддерживаем два президентских срока. Путина, Владимира Владимировича, 2018-2018-2024 год, напомню, дальше «Единая партия России», «Единая Россия. Наша Россия. Наш президент. Вас наш суд. Право честь. Родина, Отечество, сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, и высший смысл жизни навеки нам дана. Наша Россия, наш президент, вас наш сил. Наша Россия, наш президент, вас наш сил, право и честь. Россия, МС, ярчайшая звезда. Поздравляем вас двумя президентскими сроками Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 год. Высшие награды Медведев Путин. Партия «Единая Россия. Народный фронт». Наша Россия, наш президент. С утверждением на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича с двумя президентскими сроками. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018 год. Путин Владимир Владимирович, 2012-2018 два президентских срока, 2018-2024 год. На пост председателя правительства партии «Единая Россия». Медведева Дмитрия Анатольевича. Наша Россия, наш президент. Вас на силу, право и Thank you.